Ой, Влад, где бы тебе попал? Ну и чё? Чё ты вот добился, скажи мне, пожалуйста. Ну он просто... Ай! Бля, я на твои копья ебучий залез! Боже. Тебя обижают? Ну и чё это тебе дало, скажи мне? На, нафиг тебе лицо петушиное, ничего на коже. Я не трогал твой камень! Иди сюда, давайте вчетвером накинемся на него. Справимся, нет? Давай. Раз, два, три. Красава. Ладно, давайте. Меня убили. Как ты мог умереть? Да я недалеко. Я не понимаю, Влад. Что ты не понимаешь? Зачем ты у меня? Мой камень. Мой булыжник. Чёрненький какой-то. Лети, ты свободна. Мы должны доказать то, что мы мужчины. Мы должны выжить в этом мире. Я тебе сейчас покажу, как доказать, что мы мужчины. Как, выйти просто отсюда? Просто надо цензуру убрать, если нет. А, блин, ну, убирать цензуру, конечно. А, мы сейчас убили этого типа, который кричит, кто Тим в чате. А, серьезно. Да. Нет, а чё он хотел, я не понимаю. Ну, типа... Он сам первый начал, мы как бы это... Невыждебные были для него, так что... Да. Мы ни в чем не виноваты. Так, тут где-то должны быть коробки. Ой. Коробки? Коробки. Давай. А сколько можно? Кто-то коробки? Идет. Но не к нам. Ты нафиг так, давай, нет, не шути, а... Кто-то идет, но не к нам. Не, ну он просто... Ай! Прибежал. Меня убили. Подними. Че? Нет, не подними. Да вот, там чел. Все, Лука, пьем. Бля, я на твои копья ебучий залез. За что ты так? Что мы теперь сделали? Ты хоть подними, пожалуйста, что ли. Дай мы хоть дом доделаем. Долбобо, нафиг. Но я-то в этом не виноват. Я на какой виноват. Точке? В смысле, на какой виноват. Точке? А, вон, я тебя вижу. Где? Наверное. Опять ночка. Я вижу, что ты здесь. Я вижу зеленую точку. О, возле меня какой-то труп лежит. А, это Рома и Сигма Гуччи. Чё у тебя есть? Блин, у тебя даже ник не оправдывает. Тебя... Ой, ты так далеко от меня. Я застрял! А, нет, все, застрял. Я застрял! Чё? А... Это мой естественный голос. Кто здесь? А, ты чё поступаешь? Чё вы делаете? О, какой-то американец. Чё на коже? Чернокожий американец. А почему? Зачем он тебя бьет? Ну тогда уже нигде, мне кажется. Эх. Вот так происходит постоянно. Кто мне здесь? Если сиськи маловаты. Уааа! В сиськах маловаты. Да! Тут никто не виноват. Что это было? Если сиськи маловаты, значит многоваты. Или маловато. А. Че такое? Пойдем, я тебе помогу. Давай тебе помогу. Давай вместе развиваться. Да, все, я уже выхожу. Давай вместе развиваться. Спасибо, все. Девчонки, либо. Да не надо, ну не выходи. Ну а че? Ну пожалуйста. Ну мой тиммейт вышел, я вынужден тоже выйти. Останься. Нет, не буду я оставаться.
Да, блин. Давай, удачи тебе найти кого-нибудь. А, так, о чем я там остановился? А, ну да, то, что вот можно заходить на пустые серваки, там и развиваться. Ну, а в чем тогда смысл онлайна? Типа, ну вот я, допустим, я хочу зайти пообщаться, да, вот, душевно, там, с кем-то поразвиваться, что-то. Зачем мне какая-то вот пустота, типа, зайти, там построить дом какой-нибудь, да, большой, и все. И там никого не будет, кроме животных. Я вот хочу, допустим, вот с кем-то подружиться, да? Добыть какую-то связь с кем-нибудь. Просто банально пообщаться и все. Ты заходишь в онлайн, все, тебя по КД просто убивают. Ты говоришь, не убивай меня, эта тварь подходит, тебя убивает. Ты говоришь, у меня ничего нет, а он говорит, а я тебя убью. Зачем ты меня убиваешь? Ну, потому что я тебя хочу убить. У тебя есть факел и камень. Все. Я тебя убью. Тысяча сто эта игра стоит. За что? За мучение? То, что тебя убивают? Я закончил уже свое рассуждение. Ну а правда, а зачем заходить? Вот ты заплатил деньги, ты типа ты хочешь пообщаться, да, зайти с тиммейтом, поиграть, поизвиваться там, да, с другими игроками. Зачем тебе заходить на какие-то пустые. Ты просто заплатил, получается, за синглплеер, да, получается? И все. Да. Чтобы развиваться одному. Ну ладно, там с типом. Ну и че? А какой толк от этого? Конкуренция какая-то вот идет между игроками. Но не между новичками. Которые просто заходят, они просто голые, тут бах тебя со статуи убивает. Ты возрождаешься, тебя опять убивает медведь какой-нибудь. Все. Вот на этой чудной ноте я закончу, мне кажется. Вот закат. Я потом на закате закончу, потом вот на асфальте. Я вот прям здесь и помру. Ой, Дим, медведь к нам идет. Какой медведь? Вон тот сзади. Он сейчас тебя съест. Как ты мог умереть? Кто-то орёт. Ну я бегу, я в принципе там. И что мне теперь делать? Где ты, Рестнус? Влад, ну скажи, пожалуйста, как так получилось?